Аплодируйте, аплодируйте. Помните, чем громче сейчас будут ваши аплодисменты, тем будут лучше оценки, наверное. Хотя в Эльмехе это не проходит. У меня вот знакомые здесь поступали, отчислены. Даже дружба с ректором мне не помогла, чтобы их сохранить. Поэтому отдых отдыхом, а учеба все-таки учебой. Но помимо учебы, вот Александр вечерами приходит сюда, в этот зал. И здесь не только можно позаниматься в вокальной студии, а потом поучаствовать в вокальных конкурсах. Преподаватель здесь солист Мариинки, достаточно интересный артист, заодно, может, в Мариинку походите. Это о чем говорили чуть выше, да, что наш город очень богатый, надо его ходить, им дышать, познавать, изучать. История нашего города – это история всей России. Здесь, помимо вокальной студии, можно и позаниматься в танцевальных коллективах. Их 5 здесь, разных направлений, вы сейчас это все можете видеть. За дверью великолепный спортивный зал. Жизнь здесь вечерами кипит и бурлит, если вы активный человек. Ну, а если вам до активности далеко, и так пришел, позанимался, ушел, так, может быть, не занимать место, пойти в другое высшее учебное заведение, чтобы сюда пришли те, кто хотел, но, к сожалению, не смог попасть. Я вас сейчас познакомлю с одной девушкой, она председатель студенческого совета. Вероника.